Взорвавшийся, блядь. В смысле я? То есть, получается, у меня вот это... У него уже main element. Нет, идея умерла в зародыше, нахуй. Я танканул 25 оп, мне стало плохо, и я отказался от этой идеи. Сейчас я запущу, нахуй. FT5 шамана будет вообще прям красавчики. Вот, я вот на элеме буду играть. ДК элем, нахуй, и все. Там шаман есть вообще? Хилы-хилы. Прям Эршамом будет в Т5 вообще. Ну, Эршам это там дождик пиздатый, он дождик жмет, нахуй, и каждая капелька по 5 кхп захиливает, нахуй. Если не больше. Там есть шаманы у вас сейчас вроде? Лучше бы они, блядь, да, я... из катаклизма добавили. Нет, я Эршам, Эршамы. О, Леха, ты ж на шамане, да, умеешь камни эти делать? Нет. Тебе какие камни нужны? Мне оранжевый крит СПД. Лава, у меня надо этот... Вахнут убьете, а, блядь, ебаный в рот. Лава сидит на паладине, у него есть эти рецепты. Ну вот, заебись. И БКшные, да, тоже умеешь делать? Я хуй знает, что-то я там умею. У меня на престе есть такие. Посмотрите профу, откройте, я в машине еду. Там искать, блядь. Я в машине, говорит, еду. У кого есть возможность, заезжайте в льду там. За рулем сижу. В багажнике? Смотри. Вот мы сейчас три разрушителя, да, кто здесь? Езжаем, не надо все маяки бить, просто вот по правой стороне линию маяков убьем вот эту вот. Все не обязательно бить, мы доедем до комнаты, в принципе, мы втроем быстро не бонем. Слышь, Слав, это ты в багажнике едешь или в салоне? А, блядь, багажники, нахуй, изнутри, нахуй, говорю, блядь. Вот, Слава, у тебя есть крит СПД, ЛКшные камни. Давай, разъебите все-таки вот эту. Разъебите, хуй знает. Так ты же говоришь, тебе БКшные надо. Вот, так конечно нужно сначала с ЛКшные сделать. А потом БКшные. Блять, у меня триггерят уже... просто эти дворфы, нахуй. Я уже себе две полирольки купил, сейчас две полирольки перебью сразу. Я вот думаю, убрать башню Фреи или оставить, блядь, что-то хуй неохота, блядь. А, башню Фреи оставляй, убираются все остальные. Нахуя? ХП. Они... Она ХП только дает, и все. А остальные дают там этот урон, и по факту убираются все, кроме башни Фреи. Славка! Ты хуйню какую-то, блядь... Все маяки запущены, это получается максимальное количество лута может выпасть. Вот это и заебись. Вот и все, не надо ничего убирать. Ну смотри, блять, если сейчас начнется веселуха, то я ебал. Я максимально. Я что кого ебал. Веселуха, блядь. Ну, кость. Ну это что, ну еб туда. Ну куда будет. Там пиражный. Надо 10 человек, нахуй, всего лишь. Нам нужно, да. Садки могут вообще на убрейны сидеть, блять, с 0 IQ, нахуй. Просто, блядь, один. Ну, если они не могут с каст, по факту, ладно, не 10, сколько там, 14, ладно. Ну, я да. видел, как просто утюг давал 4, это просто половину каста ебашил этот огненный вокруг. Да похуй на каст, самое главное, чтобы челики стаки поддерживали, все это убивает босс. Да, там этот хуй, ладно, все, я молчу. Там два танка, один, блядь... Ты что, мордаун, блядь, сколько ты вообще в Ульдуар ходил? Ходил достаточно, чтобы видеть ебейшие раскладки с этими утюгами. Я такое видел, что просто практики хочется. Я, блядь, видел пиздец. Более от нас. Бля, надо же на круг заехать, чтобы резнуть энергию. Я видел не такое, бейте того, что... того не бейте, это, пускай он там прыгает, нахуй. Вот этих двоих в комнате надо убить, резнитесь. Я видел капитан. Такое, после чего у людей сидели волосы, упадали зубы, и они не могли называться солдами. А чё у нас Лок в этом сидит, блядь, в Долоране? Чё с Лока-то вышел? Чё ты вышел? Не знаю. Сидит, какая разница? Ну сидишь на Локе, ну сиди на Локе, какая нахуй разница? Хоть 20 Локов, хоть сейчас я возьму. Не, типа тема в том, что на ДК мы это быстрее убьем. Хоть бы сейчас я зайду, блядь, на Лока сейчас, блядь, сделаю через БП, это через быстрый старт Лока, блядь, и буду хуярить. Да бейте уж большой хулем, блядь, мешается. Я на холодильник вообще пойду тогда. Бля, меня малые, короче, сейчас задолбят, ну. Малые, в смысле, дети или в смысле эти? Мелкие. Эти, блядь, как они, защитники, ну. А, я думал, в жизни. Обычно так, когда малые сейчас задолбят, это, ну, страшно становится.
Блять. Промазал нахуй. Все, сейчас этот умрет большой, сразу сласти и уезжайте. Все. Дворф Агедон, блять. Все, сласти. Ачивка, жесть. На маунтах уезжайте с комнаты. Сейчас сводится босс. Блять, так-то хули парочку боссов пронесешь, но дальше тяжело будет. Вот на йога надо желательно, блядь, 23-22 человека хотя бы, блядь. Этого йога в пятером можно задолбить. Подождите, пока без меня начинать этого утюга бить, сейчас я подлечу. Блядь, единственное, что я не знал, что там РТ, у меня, блядь, хавка готовится. Ну да. По факту у нас сначала на 6 вечера стоим. Подождем, хули. Что, в обочке, в Гере? Ну, Гера запущена. Пол 4? Угу. Можно башню жизни снести, трэш убрать. Побыстрее будет заливаться. Да, снести, ты поехал, прыгнул в койбе. Может, пугов понабирать, нахуй? Реально. Ты ходишь с пугами, ты реально хочешь быть мазохистом, Слав? Прикинь, что с чатом будет, блядь. Вот ты напишешь Ульдуар, там люди охуеют, блядь. Че будет? Да. Ну что, плюсанет нормальный. Плюсанет. Призван, отъедете от столба. Ты моя смерть не хочешь, Слав? Я помню, что было такое с пугами. Слава, ты вспомни Ульду, когда мы тебя с Мордавном позвали, когда мы с пугами собрались. Ну, блядь. На 10 додиков, может, один нормальный будет. Там на 20 додиков не было ни одного нормального. Я плюснул туда. Сломайте эту башню банально. Бою держит. Ты что, у тебя хэпал? Да, такой чисто одевающий. Такой вот для души, чисто для души. Да, это он, блядь, я видел, как он на хпале. В РБК пацанов ровных, блядь, роняет. Блядь, ой, блядь, привыкли к своим, блядь, бичевским. Ты привыкли, что чел в своей сходит 260, блядь, плюс, там, блядь, ебашек, не знаю кто. Проблема не в челе 260 плюс. Проблема в том, что чел ходит, он не умирает на боссах, блядь, в соло от механик. Ну-ну, я говорю, привыкли, что у вас постоянные персонажи 260 типа, плюс, блядь. Ты на этом ебаном копыте сгорел, нахуй. А может, я хотел тебя хилить, блядь, через эту ебаную хуету. Блять, ты не сдох. Блять, ты, блять, не сдох, нахуй, блять, это ебаный танк. Ну да, блять, обойти, блять, он хоть обходил, блять, километров 20 надо было, блять, навалить. Ты понимаешь, ты меня отхилил, я успел добежать до копыта, он дал испепеление вот это свое, вот это адский огонь, или как его тут называют. Ой, все, иди в задницу, блин, все, я больше хилить не буду, блять, не дай его попадем с тобой в РБК, я тебя хилить после, я тебя нахуй не хилю, блять. Будешь меня дестрайками хилиться. Так я ими больше нахилил, в том-то весь прикол. Ну и все, блять, хули ты просто хила, блять, уй. И, блять, иди со спитом, одевай, блять, и, блять, хуя. А че ты бомбишь, Гоша, ну по факту ты, блять. Петухи, блин, поганые, блин, обижайте меня, я еще учусь там в Хэллоуине Пани, глядит, меня обосрали уже. На любом хиле одно и то же играть практически, блять. Да, да, ну нахуй, серьезно? Позиционка? Да, ну нахуй, давай, докажи, ну-ка, давай, блять, поясни мне. На любом призраке, а вот сюда нам его ебашь. Ну, блядь. Послушайте себя со стороны, это ж пиздец какой-то кринж. Согласен. Да, вообще кринж. Ладно, сейчас вернусь, там, блядь, курочка жарится. Смотри, чтобы тебя не отжарили, блядь. Курочка, я имел в виду твою мамашу. Свои хвости. А чё, Мендарк из гильдии ливнул, что ли? А, нет, из гильдии. А чё он? Ссылка 25 собирает. Наверное. Ну, он не соберет, мне кажется, там. Там такое. Я уже подлетаю. У меня желтая полировка есть. От скольки в льду можно челиков набирать? От 230-го. Гов или своих? Гов. 260, да? От 240-го. Не 260. Ну нихуя, если вы загнули, ребят, нихуя. Конечно. 240. А туда
больше, чем 230. Что, кроме осколков писать какой-то анрол? Бои осколки анрол или что? Нет. Да, бои осколки плюс рецепты. Да нахуй эти рецепты, пускай ролят. Тут рецепты. Рецепты эти. Петушиные головы, блин, придут, блин, все сопизят для сухи, нахуй. Сам ты петушиный? Просто есть рецепты вкусные. Подарки. Да, давай, бои, осколки. Да пускай рулят нахуй эти рецепты ебаные, же падали по тысячу раз. Бои, нет. Осколки, а остальное ролл, да? Медарк сказал, сейчас зайдет. Ну вот, не собирается там. Попал называется, с в одну машину с мастером каши, блин. У меня еще 50 минут, и я свалю. Сколько ты уходишь? Ну, через 50 минут на работу. Хуёво. Увольняйся. Позвони им там, скажи, у меня ульда тут, нахуй. Приду поздно, нахуй. Полсмена. Или не приду вообще. Или а не кем приду. Работаешь? Пройду попозже, часа через 2-3, нахуй. Кем работаешь, говорю? На шах. Там возьми с собой ноут и где-нибудь спрячься, короче, в закутке. А главное, это обмажься углем, чтобы не было видно. Ты как там, помните фильм-то Зулендер? Когда он там этот уж домой уехал. Ты нахуй со своим нарядом, у меня ульда. Да-да-да. Так что... Ну а чё, хули, так и живём. А ну, пиздани меня. Огонь, нахуй. А ты хули вылез, блин? Да я ты чё, не видишь, я сижу, блядь, в катапульте, ёб твою мать. Так. Заебись. Ебать, вы бы актуал бы лучше траили. Хернёй страдаете. Лежу девочек, нахуй. Это лежи кто? Девочек, даун, нахуй. Знаешь, кто это? Нет. Это этот, Бубль. А, вообще. Я понял. Бубль Гум, ёбаный? Да, это твин Бубль Гума. Понятно, нахуй. Опа. Ебать. Кто там такой? Пулили, ну. А как так-то? Он меня запулил в босса, блядь. Кто кого? Летел называется. Я ебу, нормально. Пиздец, нахуй. 5 минут полёт. А чё, ТП нельзя отсюда вжать? Блядь, нельзя. Ракета пошла, блядь. Повторим. За такой же ГП можно въебать. Блять, я зашел, пока бой еще висит. Не надо. А где там? У ЛФГ пишет, я хочу сам посмотреть. Что-то Медар, короче, решил не идти, да? Вон он пати написал. Я говорю, он решил не идти в целка. Да. Нахуй ты целка, когда есть ульда, нахуй. Ёбаный вот. Да, в среду довольный, ты не довольный воет. Целка этот. С пугами. Ебобаный ты, козёл, сука. На часик нужен, нахуй. Сейчас ульду убьём быстро, нахуй. За полчаса, нахуй. Пиши, буду заходить, тебе покажешь мастер-класс. Какой нахуй мастер-класс? Чё, он бомж, нахуй? Дайте пати, Бубльгуму. Скажешь ему, хули ты такой, этот, заходи, пока утюга убивать в хэйме. Да он беспокоится, говорит, у тебя люди с ульды, с гильды, говорит, уходят из-за ульды, нахуй. А, он тебе в ПМ пишет? Угу, я говорю, спасибо, нахуй, за... Кто это такой? За заботу, нахуй. Ну, ГМ там или РЛ за Сибири, нахуй. РЛ. Ну, там, как бы... Чё, они вообще нормальные ребята? Кто? Ну, кто так себе. Хочешь пойти в план? У них как в армии. Не, я в плане того, что он тебе пишет, с каким намерением. С тем, да я ебу, что ли, ну не знаю. Угорает, я без понятия, мне пох. Ну, он угорает, скорее всего, я думаю. Пускай угорает, мне-то что, блядь, мне как-то поебать. Ну, да, похуй, типа.
Пусть играют. Я считаю, я, блядь, ну... Все пухи, которые я когда-либо собирал, шеемы там, блядь, и волонир, это все я заслужил, нахуй. Ну, нет такого, что бесполезно мне что-то собирали. Все, что у меня есть, блядь, тоже вот на X2, когда играли, Т5, блядь, если я на танка собирал, я танчил, нахуй. 50 на 50 танчил, дамажил, блядь. Я просто так не собираю. Что в жизни есть для меня? Это волонир. Хокмастер, поставь, блядь. Так, запомним. Все, в чем радость каждого дня? Ну, в машине сидит. Давай метки, сейчас я проставлю на эти. Чтобы мы распределились нормально. А то, блядь, кто попало, сядет, будет мусор, нахуй. Я понял, нахуй. Ромбик, треугольник. И что еще там? Луна, нахуй. Че, подожгите кто-нибудь. Так, где там? Зломан институт? Нет. Сейчас, блядь. Тушенку запуливаем. Рот, блядь. А, Лизавета, это кто? Это... Да, Вилаша. Вилаша. Юля. Все, док, Юля. Так. 4 секунды, когда пойду. Я понял. Его поджог. Хороший. Этот самый... Сейчас надо же диск кинуть, типа, блядь. Так, приносим. Я напуливаю вдаль. Полетел. Пошел. Блэйдшторм, ебать. Звездный десант, блядь. Бля, это хорошо. Я тебя скину на починку голды, так что быть. Да похуй по кайфу, блядь. Так, ну-ка, я придумал еще веселуху одну. Черина, а что за гильдия, паладин? Какая? Ты веселуха. Так гильдия называется? Черина? Ебаный урод, блядь, с продавом там нельзя переговоры вести. Да, с ним вообще нельзя говорить. Он, блядь, жидкий, да? Блядь, обосрали меня уже, блин. А, так он не сможет же к нам прийти, нет? Или на ворота запулить? Он ворота? Он же с Альянса. Пандарен Альянс. Ну давай пробуем сушить. Не, он мини-гад, нахуй. А, мне просто пишет, что он альянсовский. Не получается, там не достает фигня. Он просто гад. Зайдет, не зайдет, хуй знает. Вообще не достает, обидно. Это давайте. Что-то взломан еще нету, нахуй. Вот так пробуйте сделать. Ну курочку там жарит какую-то. Работает. Это давайте. Надо 10 человек в разрушители в первую очередь. Давайте, короче, плюсаните 5 человек, которые умеют 10 стаков на стак эти поддерживать. Ну, давай. Я уже к мастеру сел. Не, сейчас нормально. Сидим. Сейчас распределим. Вот Юля плюсанула, я еще плюсаните 3 тела. Кто настакает и поддерживать будет? Ну, хокмастер нормально. Что он будет настакивать? Ну. Ты крюком тянешь у него, да? Да, да, да. Так, еще одно тело тогда надо. Вот висит. Мы с мастером каши сидим уже. Я не понимаю, о чем вы. Мастер не хочет шкаф ставить. Что именно надо? Вы в какой сидите, Хулидринг? Мы... Я... У ромбики. Так. Я вернусь. Еще тело надо настакивать. Мастер, подъедь на ремонт. Еще одно тело настакивать. Давай, Юля, твоя звезда будет, вылазьте все с машин. Я пойду в кружок водителям. Иди звезду этот сейчас. Мастера, говорю, заедь на ремонт, ёбаный в рот. На ремонт заезжайте, да. Этот. Там шкаф. Хэлла тогда, звезда кружок, так ромбик занят. Хэлла в треугольник, и еще тело нужно на Луну. Ты куда там? Алло, есть кто стакать будет? Потом... Вот мы с мастером каши сидим уже в Луне. Так, смотрите, блядь, сдохните, заморозитесь, пизда вам, нахуй. Этот. А я выкину просто его на теперь... этого носа. Теперь сколько? 3 тела, кто и крючком будет тянуть? Нужно мне, Юле. Буду вот. Тянуть крюком все, что вижу. Иди звезду тогда. Призан, ты дай водителя Юле. Или что, ты стакаешь? Я понял. У тебя свободно, Слава? У меня свободно. В кружке свободно. Подъеду. И куда там еще? И в треугольник нету вон никого, нахуй. Ни водителя, нихуя. Заходите, а остальное по остаточному принципу, нахуй. В этом мотоциклы не брать, сразу осадки берите. Лучше по 2 человека.
Где Ургия и Заломаныч? Рассаживайтесь. Пиздец, они подойдут вообще? Кандеум от Фокса, нахуй. Понимаю. Коша, заедет починиться? Почининой. Нет. Ну-ка, сеть катапульту сейчас на 5 секунд. Там палуба, здесь дайте какому-то. Не хочу я в катапульту садиться. Васить катапульту быстро. Ты меня в великана стрельнешь. Да нет, не великана, я там. Я ему давал дис нахуй. Хули он, блядь. Он в гостинке сидит. Ну. А, так перетяните его к тому. Я ему роль дал. Этот Рос, ты этот самый пал, да, вот этот? Забавно. Че забавно? Активация летает. Тут еще не работает. Ты говорить не можешь по кнопке, не? Зайди еще раз. Ну. Ага. Это есть у тебя кого позвать? Да, какие-нибудь тела, блядь, которые... Тут ульдуарские великаны согласны. Наркоманы какие-нибудь ульдуарные есть? Наркоманы. Из какой гильдии вообще? Я велик. Шо-шо? Как там надо? Кого надо? ДДшников любых, похуй. На фул скажи, там... Осколки боя, только на остальную роль, там рецепты, сферы, нахуй, глухоню там, трансмог. Слава, ты сейчас занят? Ты давай заходи, заебал. Давай заходи, мне. Мы в машины садимся. Да, бля, картошку чистил, ебаный в рот. А хуй ту картошку жарил. Выкинь нахуй. Да, ага, пюрешечка, блядь, со скумбрией, со копченой нахуй, ты наша охуенная. Освободите слот в машине, пожалуйста. Не. Хули ты пешком едешь вообще? Чё, порталы не, ну, придумали для кого, блядь? А для лохов порталы. Вот именно, один блядь. Садись там в осадку куда-нибудь, приткнись там. Заезжайте в комнату, давайте сверху колчеданчик разбейтесь, он есть вообще. А какие мотоциклы? Давай, бидон, поехали, хули. Мотоцикл. А что, давай уступи тебе место, садись туда. Сука, бичам не уступай никаким, надо, чтобы 10 стаков поддерживали. Давайте, чё там, блядь? Заехали, ну, все, ну давай, насчет три ебашим. Раз, два, три. Поехали, блин. 10 стаков быстро настакиваем и потом поддерживаем, и все. Мотоцикл, если один какой-то есть, подвози, у кого нету, колчедан. Подожди, рановато еще. Может, отскочить. Колчеданчик. Подтяни, кто там на кружке, блядь. Подтяни мне, вот. Сейчас 25 будет, еще раз подтяни. Вот, тяни еще он раз. Он, видишь, задел. Я что-то не пойму, у меня машина чуть забагалась, не отображается. Ты говори, когда тебе... Главное, поддерживайте 10 стаков, а то хуёво будет. Мы в хэме? Жми форспид, жми утюгу. Мы в хэме делаем его? Иди куда? Да. Давай, чини, ёбаный в рот. Я проебал. Разлагала машина, блядь, Слава. Пиздец, я говорю, проебал нахуй стаки. Да что ты мне говоришь? У меня тут нахуй. Я проебал нахуй. Колчедан нахуй. 10 стаков нахуй. Давайте это настакивайте заново, кто проебал. Пошли. Вот сейчас я в тот угол подъеду, блядь. Там еще притянешь. Пока не спиздили все нахуй. Давай выбирай быстрее. Отъезжай в другую сторону. Сука. Отъезжай. Все. Вот 10 стаков настакал, давай, поддерживаем, сука, поддерживаем стаки, самое главное. У меня 0 нахуй, кто там на кружке? Блять. Пиздец, последнюю секунду успел, нельзя, чтобы не скидывались, мы так хуй убьем. Сейчас а назад, бежим, назад сдам нахуй, вон, убери еще стак. Да, инфорфит, это... Нитро, блять. Тяни еще. Да нечего тянуть, блять. Ты у меня что ли сидишь? А, я думаю, кто да. у нас? Так, я ладно. Я говорю, машина багается, блядь. У меня отображается полтинник. Сейчас так пока поддерживаем. Цель нажми.
На машину. Запоминание цели, у меня полтинник нахуй. Вон, я к тому еду к воротам сейчас, блять. Машина, сверни в другую сторону, нахуй. Дай проехать к Колчедану. Не добивать его 27 лямов, нахуй. Лунгрен, подъедь куда-то к Колчедану. Блять, портанись куда-то, мы тут за Колчеданом едем, блять. Пиздец, разъебал его, нахуй. Ёбаный рот, блять. Обнови, быстрее, профит, быстрее, быстрее, тяни у ворот, блять. Опа, обновил. Все нормально, добьем, в принципе. Блять, только у нас хп нет, нихуя. Пострелять. Да еще вот... По фулу надо пострелять, нахуй. Да меня сейчас, если машину разъебет, то добивать будет. Ну вот 5 лямов, чтобы вас добить, в принципе. Че, заморозился? Че за бич этот заморозился? Алло, нахуй. Кто это, нахуй? Все, дай добить. Урги, нахуй. Нормально. Заморозился. Ты тут... Вот разрушитель стоит, кто в нем заморозился? Я. Я, блядь, в осадке был. Успокойся. Ну. Че, сколько не было? Не знаю. Пока не видел. Вроде нет. Нету, сука. Сразу, блядь, на меня. А чё это на меня? Пал, у тебя есть чарки? Нету. Это у кого есть, я хуй знает. Короче, у кого чары какие есть чарки? Быстрее? Так, положение и... чарки. Положение? Нету. Наложка у меня есть, но чарок у меня нихуя нет. У бидона есть. Так, я тебе пока скину. Пароль там пока. Ну, в принципе, на этой. Вой, ты наебашишь мне ко мне сейчас? Короче, сферы в конце, нахуй, разрулим. А сейчас я так решил игнорить, да? Блять, поехали быстрее, потом все это наебашим. Эти сферы вообще что-то стоят? Да. Короче, там рецепт, нахуй, у кого это есть. Пошли. Это же вроде на этот самый, на Т9 вроде, не? Быстренько на эту летим, на острую. Разрулим. Шкаф можно? Вой, так что там с рецептом? Нахуя не нужно? JD обмен. Зачарование. Что тебе? Что это? Что за камни? Крит СПД сделай мне, пожалуйста, оранжевые. Пошли запускать. Просто взял камни и пошел запускать босса, блядь. Ну хули, блядь, чтобы не стоял. Я каски бафаю, если что. На варах каски нет. Похуй. А кто танк? Я не в танке. Анималити. Танков нет, я понял. Похуй, латник какой-нибудь. Это, ну, только не, только хильте их. Блять. Танковские запы надо кому-то. Если надо ролить. Контрольте там обувка стоим. Илюха, ты на кого повешал частицу? Надо было спекнуться нахуй. На, пускай на ту телари. Ну у него хп что-то, но... 30 тысяч, в принципе, нормально должно хватить. А, на Глебу. Чё, ну, хорошо, пускай, я тогда на Ольге повешу. Включу. А я что-то не могу понять, почему я не бафаю нахуй. А, бой просто. Все, сейчас побафаю. Бля. Пойдем после босса. Короче, держи-то на тутиларе, я на Ольге подержу. Boy next door. Скорее всего, две взлетки будет. Крит СПД, ты говоришь, блядь, ну-ка. Да. Лё. Не, это, блядь. Крит СПД. Оранжевые. Могущественные, наверное, да? СПД, там сразу тебе тебе мири кидал и на ЛКшные, и на БКшные. Просто во время боя делаю нахуй. И видео снимаю еще, да? Угу. Как делаю камни, да? Угу. Главное, меня не стрелял никто. Гессонит. Могущественный. Санит. Нормально, нахуй. Ну что там, паладин, есть у тебя какие кореша там позвать, блядь? Бабы там, я не знаю, мужики. О, бабы сразу, ну, видите, вон вон шар. Такие, которые, блядь, не против в льду сходить. Пацанам. Что, Илюх, я так покидаю синий, ладно? Так не против в льду пустить. Так а что ты хотел? Я покидаю синий. А что ты хотел? Я покидаю синий, ты покидаю желтую. Наркоманы же не только мужчины, еще и наркоманы. О, блядь, давайте похуярим. Не знаю, успеем, нет? Нет, но... Ну я бусты отдал. Чё-то ауры нету, что ли? У вас всех кони стоят? Алло. Я третью поставил. Даже реворк завезут. Похуй, нету бидон. Танка. Хиль тут лара, короче. Давай, хочешь ты танчи, бидон. Сейчас я, может, спекнусь. Блять, поднажать надо, нахуй. Сейчас взлетит. Чуть-чуть, блядь. Опа!
успели. Это я шок у него дал, потому что удачник. Так, тут Лара, хильте хорошенько. Там, когда в тебя лужа кинется, отойдешь просто, а то будет стакаться. Хуй знает, пробьет, нет. Может и критануть, господи. Да я по нему критану. Что там в DC? Есть кто-то? Кто-то сухарится нахуй. Не хочет помогать. Вот, слушай, этих выйдя, это не сильно бьют. Да, да. А как это нахуй? Она мне спиной задула, ой, что, блядь? В этом бич, Заханыч, даже тут дохнешь, что она... же дракон опять? Закрой ебало, она меня спиной задула! Шлюха, ох! Штаны, штаны, ебаная. Штаны... Глеб, спрыгайся в танка. Не-не, пускай дамажит нахуй. Чё там будет, наделал ко мне? Вот, спрыгайся в танка. Сейчас я спрыгнусь. Дамажить некому будет. Чё, подождите, ну, давайте пока подамажим, что ли делать там. Да, я наделал, блядь. Все сделал? Да. Ля, ты быстрый, а ты где? Танка переодеваюсь. А, вон тебя вижу. Надо кому-то. Бля, Войт, скинь глисты, пока не забыл. Бля, заебали, он в банке лежит, сейчас не могу ничего скидывать. Ну что, по халяве раздаете? А, ты на этом? У тебя типа на другом персе в банке? Там же вроде еще два камня, вроде, да? Или один? Три. А, три даже, нихуя себе. Это, слышишь, это, Илюх, кидай частицу на Вайда, я кину на Глеба тогда. Хорошо. Так еще нахуй две полироли сюда, блядь. Я тогда синюю жагу покидаю, а ты там кидай желтую. Шо типа, блядь? Чё там есть, кто еще пойдет, блядь? Попрячь кого-то еще. История придет, Вадикон, может быть, может и не зайдет. Первый я стан дам. Так. Я второй дам. Кто-то дал уже нахуй. Это что, от чего станы идут? Чёрт. Раскидаем. Там перехват идет. Стан трехсекундный. Там, давай ему. Я не успел, нахуй. Уже поздно. Похуй. На этого тут насолю. Ебать, я улетел в космос, блядь. Кто-то еще дал мне. Это... я чаржем сбил. Ну вот, а этот. Ну, давай следующий собью еще. Не, уже не будет, уже. Нет, давай, я это... О, хорошо. Дамаг теряешь. Бей. А я собью, похуй. Я мне похуй, я собью. Он не успеет. Это я шучу, забей. Расслабься. Тогда сейчас этому челу дам я тогда этого. Рисните, пожалуйста, я вам на этих, блядь, ты валяюсь. И пятнись быстрее. Тут доехать быстрее, блядь. Ладно. Отойдите оттуда, блядь. Сейчас я дам. Я понял, нахуй. Бичи, блядь. Вот как были. Я второго тоже забил. Эй, был, блядь. И сейчас второй будет кастовать. О, нихуя себе, у него диминишн, понял? Да, блять, да. Поэтому надо только в каз давать, а не как попало. Ну я вот только в каз, блять, давал. Ну вот, по итогу два вихря, блять, летают. Во-во-во, это как на этой, как на шамане. Разбегаемся, пят. Пиздец, додж, я в бассейн. Доджем. О, научитесь нахуй ветерки доджить, блять, в ЗС понадобится. Все, идем, блять, этот, доджить учиться. Хуй по доджи, блядь. Кто, блядь? Я доджмен, блин. Там на крит-рейсе такие же ветерки, что ли? Да. Да, либо там урона не наносит. И синенькие. Это важно.
Я понял, понял. Это важно, ты понял? Не, важные детали. Не, ну раз важно, ладно, хули. Особенно для хилов. Да, а то танк сразу же падает. Да вообще ебаный босс нахуй, хуйню придумали, блядь. И радуются, блядь. Где ебанешься, конечно? Ебаный босс. Каратрес ебаный, блядь. Каратрес ебаный, ебаный босс. Нормальный босс. Кайфовый. Да ебаный. Вот это нормальный босс, нахуй. Бля, все вы уже идите нахуй, ребята. Да, я понял. Заходите прям в ноги этому пидору. Проход в ноги. Проход в ноги. Он меня взял. Еще ближе вставать к нему. Он пидорас, у меня бурс нахуй проходит весь, блядь. Димон, какой бурс? Силой стоп, или по любви? Стоп, каст. Силой, блядь. Равис, юза это, Хелла, поднимай. Сам встану. Понял. Поближе к нему встаньте, чтобы не было такой хуйни. Блять, что он дрочит, что ли, или что, нахуй? Будет ходить за мной? Он даже не смотрит на меня, нахуй. Там мой моб кончит. Он на бомжа моего смотрит. А что он их разъебывает? Сейчас убьет. Нормально, нет. Они на кого не смотрят. Третью поставьте ауру, нахуй вторая стоит вообще. Кастером хотя бы. У меня стояла третья. Хорошо, куда стоит. Главное, чтоб не висел. Глеб так вздохнул, блядь. А то каждый РТ одно и то же. Да, поэтому... Так это уже как данное, блядь. Босс просто с таргета меня убрал, нахуй. По-моему, он меня даже не бьет, а нет, бьет. Он... Ну, забил на тебя просто. Пусть забил, ну. Ну, блядь, это неинтересно для него. Это паладин ты тут, который это, Чирина. Чё, как тебе, да, вообще нормально? Уже приметил. Вступай в гильдию. Дед сразу это. Давай-ка сюда, блядь. Ну, короче, 2-5 пока только фармим. 4 куска не получается. РТ 16.00 до 20.00. Я еще второй статик буду набирать с 20.00 до 23. Короче, вообще ебать. Жить нахуй тут будешь, да? Вообще ровно нахуй. О, если с 20.00, так я тут тоже жить буду нахуй. Ты прикинь, он устроит 4 ульдуара в неделю, блядь. Охуенно, это столько ЕП, блядь. Короче, надо еще двух твинов создавать. Нормально, у меня еще хэпал есть. Да, там консул будет, чтобы не ебаться. В смысле нахуй? Не понял. Рецептом рольнешь там, если надо паладин, конечно. Топор надо. А шо, алока у нас там нет никакого? О, мастер, ты в демоне? В дестрике, скорее всего. Сейчас гляну. В дестрике. Ясно, бичуган. Смотрите, да, если, но... если кто-то с гильдии, кто сейчас играет с 16, если кто-то хоть, если будет, ну, прям... Равис, блядь. Ты дай еще раз, Равис. Если вы уверены, что вы будете играть с 20, то надо будет помочь со сбором людей. Бля, вот, я тебе совсем помогу, нахуй. Если будет еще из 20, нахуй, я тебе совсем помогу. Если еще и свет не будет врубаться. Если еще и свет выключать не будет, ебать, ты что, нахуй. Паладин, освободите третью ауру, пожалуйста. Спасибо. Не, ну сейчас-то, по идее, должны пореже, нахуй. Этого воплетения дайте. Топор, вот этого типа, который убился. Блять, знаешь, и грустно нахуй без света сидеть, ни в душ не сходить нахуй, нихуя не сделаешь, блядь. Я дальнего чаржну. Это очень. Опа. Вот этого ближнего тоже кто-то застаньте в каст. Потому что у меня КД. А чё за ханыч?
Ну при свечах, блядь, не можешь в душ. Блять, пиздец. Так, бля, у меня воды нет, когда света нет, ты понимаешь? Спасибо за стан, блять. Ага. Топовая хуйня вообще. И того застанили, говорю, что-то вы, ребят. На нахуй! Просто вот, ну, въехал с двух ног, блядь. С двух ног в лицо влетел. Ботинки на танк. Не хотят корни кидать. Танки, моча, блядь, друиды, моча, нахуй. Одни шаманы Д'Артаньяна, блядь. Заебал, уступи ботинки хотя бы. Я собираю трансмок на ДК. Лёх, слышишь, а чё ты оранжевые камни ставил в крит-хаст, а не в крит... А это я не перебивал же. А, Кость, там какую-то шмотку должен был ты мне отдать? Когда не было еще этого. Т4. Ну, я понял. Я вон сейчас себе, блядь, голду нафармлю, блядь. У меня уже камни есть. Осталось только полироли нафармлю собирать. Да я уже не буду перебивать, нахуй. Так живу нормально. Ну, у меня он сейчас, блядь, 45% крита, и так это еще не все полироли вставлены. Так, где там? У меня своего 52%. Ну, у тебя же еще ТБЛ плюс голова. Да. Ну, вот. Блядь. Плюс доставка, плюс налоги, плюс на пиво. Плюс на водку. Потому что пиво без. Блядь. Потому что пиво без водки, деньги на вид. А мне, Рома, пожалуйста. Так, пошли хуярить, короче. Иди сюда, мудак, нахуй. А я вот джин люблю. Джин охуенно. Джин тоже не понял. Джин охуенно, да, тоже. Вот я вот сок люблю. Яблочный. Только если ты джин в этот хотя бы начинает бомбить, понимаешь, тогда вообще кайфово. Шо-шо? Не расслышал. Говорю, если ты джин начинает бомбить сапфира, покупаешь тогда кайфово. А то что ниже... Давайте Геру быстрее в сердце. А то еще не успеем, да. Да успеем. Мы сильные. Там сейчас искра появится. Надо ДДшников, мастер... чтобы зашло штук 5, нахуй. Так, мастер, а у тебя что, нету спека демона, что ли? Его нет в 10, Заханыч, я не знаю, с кем ты говоришь. А, блядь, ёбаный бастон, нахуй. Сейчас писать буду, нахуй. Ты ему хули ты нету. Алмор, что в сторону? Бегу. Травис, искру. Садите искру. РДДшники, свечнись в сторону. Рома, выбегай. Без этого чуть-чуть. Хиллер, если хиллер. Короче, сокру дал на этот топот. Я там следующий дам. В искру-то. А чё там с призном? Травис, выноси. Алло. Вы видите, что призн делает? 28 карань. Нахуя? Что, у него Т5? Это два зова, видимо. Апнули. Жестко. А ты вообще. А ты вообще. Это тихо. К Войду сейчас не подходите, сейчас я отойду. Я отойду, уже успею. Ну я сокрутал, как бы, найдет. Видишь, Войд, у тебя хил 28 тысяч дамаджа. Урч, выйди чуть в сторонку. Сильно далеко не надо. Ну он не хил, он изначально энг. Ну так а ты его хила спекаешь. Ну так много кого спекают. Иногда надо. В искру сыграли, призван. Я тебе больше скажу, я сам иногда спекаюсь, нахуй. Сам своего рода, блядь, хил, нахуй. Как видишь, блядь. Ну у тебя вот валанир, ты вообще за схера не должен ставить. Далеко не надо. Да, даже ближе, может там... Да, ближе 9 метров на 10 можно. Там радиус 6 метров у этой хуйни. Искру мили. А вот до этой хуйни притягивалка метров 15 или 20, ну прям прилично. Он как черепок отошел нормально. Беги, не выноси. Не сильно далеко. Беги, я тебя похилю. Воскресы. Джейдин, выноси. Ой, хили рейд, я тебя похилю.
ты мне ЕП-шку потом закинь на основу, а то ты не связывал. Ага. Заломанность, выйди с рейда. И все, уходишь? Еще нет. Все. 15 ну, 17500, в принципе, заебись. Слава, ты там тоже закинь, она пристать будет, она... Нормально воняет. Ну там зайдете на 500, закинул. Идем дохнуть, походу, да? ЕП-шку дадут. Заходите, блядь, винами. Ой, бой, бой. Пойти надо умереть, но. Бой, ну в черную лужу заходите. В черную лужу заходите, не стойте. Потом сначала зайдете. Черную лужу? Не хиль, блин. Ну ебаный, блядь. Мы умрем вместе, только так. Че там по 50, нахуй, ну-ка. У кого там не связано? Так, у меня не связано. У тебя, да. У меня не связано. Слушай, Люха, только ты это возьми себе, сделай макрос на отмену этого... У тебя связано, по-моему. Сакары, чтобы оставалось только божественных. У меня шаман, шаман с декатой связан, да? Я посмотрю. Шаман, шаман связан. Вар, вар не связан. Урге не связан. Есть, да, у тебя священная жертва? Да, да, да. Я до этого вручную отменил. А чё 200? Ну всё хорошо, просто там отошло. 4 босса. У тебя есть макрос? Ты просил, ты просил уменьшить, я уменьшил в два раза. Сам же намашал. То есть вот я просто изаю одну кнопку. Мужики, поставьте джипса, у кого джипс есть. Если у тебя макрос есть, пожалуйста. На отмену. Да ещё людей нахуй. Где там, блядь? Макрос на отмену чего? Кто-то да там про массакру. А-а-а. Ну, конца я могу тебе скинуть? Напиши и сакру, блядь, чёрт. Ебать, макрос сложный. Я уже скинул. Приятно, аппетита. Скинул, окей. Вот это макрос. Так, погнали. Ну, это так у меня, как бы, это... Вот написал, то написал. Да не души ты человека. А, Лёха, слышишь? Угу. Можешь макрос мне скинуть, этот самый, на ветерок и шоки? Не пользуюсь макросами. Макрос для лохов. Или там это кнопки. Будет скучно вообще, прям пиздец. Да, ты так прожимаешь, что ли? Да. Кнопки забил, все, ебашь. Понял. Ты что, если макрос ставить, блядь, там, наверное, ну вообще просто, блядь, одну кнопку. Я говорю, это будет очень скучно. Мне просто впадло так прожимать. Впадло! Жду как на пианино. Че? Да, вот. А вы, сударь, музыкант, я посмотрю? Нет. Просто гигачат, да? Во второй группе. Я понял. А так просто, прикинь, одну кнопку будешь жать, и можно на каждом рейде спать. Ой, блядь. Это тоже прикол, взял друга погонять. Какой-то маг плюсанул. Есть такая... Игра такая есть, как она. Ну и была, может быть. Сейчас не знаю, раньше. Мы онлайн или что-то типа этого. Либо я что, за тобой бегать буду. Когда не было. Не было этих, блядь, кликеров. Просто люди приходили в клуб, короче, на мышку нажимали, там клаву ложили, короче, типа, кнопку зажимали и все, и ебашат. Не спальтесь с ними, с меня магию, нахуй. А я сам могу, нахуй, идти в жопу. Все, видишь? Где все, какие вопросы? Диспелились, давай, давай, закрыл. Пишу хукмастеру, сделай спек демона, он мне говорит. До 265 левела нет смысла. Ну, по факту он будет, да, типа, меньше дамажить, мало там СПД давать. Ну, хоть что-то давать будет? Ну, да, тут кастера, блядь, да хуй еще. Блядь, а на ком мне интересно сделан этот квест, нахуй? Тима, к тому же, он Зуламан, вспомни, Глеб, сколько ты, нахуй, бустанул нас с Ромой, блядь, тогда, когда, ну, ты в демоне был. Хуй за это, СПД 400 я, наверное, давал. Ну, все равно, блядь, разница что была ощутимая, блядь. Ой, ты про кого? Ты про ключ? Или про какой квест? Костя, выкинь, ну, пожалуйста, мага в пятую пати. Кого? Выкинь, ну, пожалуйста, мага в пятую пати. Ну. Типа. Ридара хочешь, я понял. Нет, потому что у меня иначе ДБМ за этот, аддон забагается, и у меня получается, что два пати полные, одно пати голое практически. Ебать. И что там было? Жалпы тканевые.
А надо. Это было УЕ урон называется. Ебало надо отворачивать моба нахуй. Бык, сука, заходи быстро в ульду нахуй. Кто, да? Не ты нахуй. Не ебет на ТНК заходи. ЕП дают повторно, блядь, на основу. Да, блядь, какие ЕП нихуя шмота не падает, блядь. Похуй на ЕП, заходи просто. Мне спекаться в... Короче, если ты заходишь, тебе выпадет, блядь, ну, то, что ты хочешь на следующем КД, нахуй. Да попизди, нахуй. Ебать, просто... Я нагадал на кофейной гуще, нахуй. Заходи, ебаный, блядь, у меня два пуга уже в рейде, нахуй. Витя, я Apex скачиваю, держу в курсе. Ну, вот так вот. Хуяпик, заходи, ёбаный, блядь, тяном. У меня, блядь, карточка греется на 70% прямо сейчас, на похуй, вообще поебать. Да это вообще как бы похуй. 70 градусов это поебать. Я себе ДЦшник плюсанул. А чё вы там за пати устроили? Фиброс, блядь, тоже там охуевает. Войд, я спекнулся в танка. Да? А ты... А, ну да, ладно. Ну да. Этот, полинкуй, линканите дис. Там уже три пуга. Я сегодня зрительно. Заходи, ёбаный в рот. Похуй на карточку. Рома, обмен кинь. ДКшником. Просто автоатакой. Да, я. А что, я воды набьём? Заходи, ебать. Это нормальная работа видеокарты, не сын. Как же я сейчас рыкнул, пиздец. Видеокарта в 70 градусов? Это еще нормально. Мне сейчас соседи будут стучать. Но на ноутбуке вообще, блядь, постоянно в 95. Нет, блядь. Еще, блядь, у меня на ноуте, ну, 85 это максимум. Ну, хуя, у тебя блядь, жесткая какая-то. Ебанулся, блядь, я там, блядь, чип нахуй. Ну, у меня ноут жесткий так. Не, чип, разные чип бывают. Чип в рот летом проходит при 100 градусов. Они разные бывают. У меня просто Андервольт еще там на накатан, поэтому оно более-менее все держится. А так, до, оно там, блядь, ЦП в соточку. Ну да. И полетел в космос. Это линканите кто-то дис челиком. Кому не впадло. ЦПВЛС вообще, да. ЦПВЛС. Так, что? Есть там кого напрячь с гильдией, блядь? О, Ляночка. Она в первой. Я не помню, кстати, была ли она в первой. Миддарк, он линканул в рейче. Ну, а потом их перекинут? Давайте быстрее. Я еще двух боссов успел. Там Тушан какой-то и Масфир сидят. Я сейчас стрелю. Секунду. Пихай их обоих сюда. Кто там? Масфир я вижу. А Тушан это кто? Я не знаю. Не знаю, может Дусан? Ну, там у него же интернет. У него мут нахуй. И вообще заметка пустая нахуй. Ты убрал. Сасан. Ну как у меня мут, в принципе. По кайфу. Твин мифика. Ебать, твин мифика? Нихуя себе. Ебать. Ну все, Слава, пока не извинишься, нахуй. Кто за... такой мифик? Че из-за чего извиниться? За кик из гильдина. Я же извинялся уже, нахуй. Ты че забыл? Я не извинялся. Ебать! У тебя память, пиздец, нахуй. Нихуя, он как бабка старая. Пиздец, Катрися. Да похуй. Ебать, просто кинул пацана. Мы будем бить, или я сейчас скоро уйду. Слава, ты чё, Катрисю на извинения кинул, что ли? Блять, ёбаный... Не кинул. Да, да поебать, да, дайте бить, может? Я через хуй кинул. Давайте бить уже, блять, а? Заебали. Слава просто от него избавился. Да вообще похуй. Ты маленького хватает. Как же похуй. Ты маленького, да, держи. Угу. Блять, а есть какой-то МВП хант в Диси? МВП Хант, алло, ты в Дисе? Алло, ебаный, плюс я ничего не... Это с нами? Ладно, похуй, я не знаю, блядь, хватит просто ДПС. Да не слышно МВП Ханта. Витя, ты здесь? Он вроде в Дисе, но... Витя, короче... Пити Флут, когда средний будет сдыхать, отойдешь на Ренжус, это стаунтишь большого, блядь, на тебя повесится баф. Когда он сдохнет, буквально... Буквально буквально секунду подождешь, вот он упадет, отсчитываешь секунду, потом таунтишь, и потом он на тебя кидает баф, и потом уже танк обратно заберет. Витя, у тебя есть, типа ты говоришь, а тебя не слышно, Витя. Да слышно его, все нормально, вы заебали просто флудить нахуй. Я не слышу.
О, теперь было слышно. Очень сильно слышно даже было. Ну, я могу за танка зайти? Может, он в мете у меня, нахуй? Я не знаю. Да. Да? Не знаю, надо проверить. Ну, сейчас я пока не могу смотреть дис. Вон мелкого бейте, самого мелкого сначала. Илюха, ты на воде, да, держишься? Да, да, да. Все, найс. Витя сказал, что это пидор хуесос. А ты что еще скажешь, нахуй? Я ничего не скажу. Еще, блядь, сиди, нахуй, смотри стрим, нахуй. Сиди ровно. Заходи давай на ДК своего, заебал. Я за замену получу, я помню, похуй, я сижу, смотри. Какая замена, блядь, тут 4 тела. Кто-то тебе даст. Тут людей ебут, ты что? Шалфир, заходи ГД каким-то. А я за ДК захожу. Че за ДК? Танк. ГДК. Ты затанчишь? Все в лужу. Ты танчил уже? Ну, 250 миллиардный. Нет, там нормальный ДК у него. Я не про то. Там нормальный ДК у него. Ты... Нормальный у него танк. Да похуй, бля, я не про то говорю. Ты затанчишь в плане того, что ты на йоге знаешь, что делать, да? Ну, и... трэш ловить. Ну, щупальца автоатакой сбивать знаешь, большое? Ладно, разберется. Да, да, разберется. Разбежались, ренджу набрали быстро, нахуй. Все, проебали синюю лужу. Ну, можно стопнуть, подождать. Нет, там справишек можно. Ты что там, блядь, я мутону сейчас нахуй? Не я только для себя, нет. Ну и все нахуй. Что я плохого тебе сделал? Дарк, что у тебя за дом? Ну мы вообще-то босса бьем нахуй. Убейте вход. Витя, выходи на ранжу. Я не слышу, нихуя. Витя, выходи на ранжу. Что у тебя за дом на полоску? Давай таунти, Вить. Витя, таунти босса большого. Я уже проебал нахуй, можешь нахуй не таунтить больше никогда в жизни ничего нахуй. Вот на эту полоску, типа каста? Ну, хп врагов. Короче, и этот самый... Врагов. Я скажу тебе, когда забрать. Хп врагов. Где с дотами. СПК а, бейте. Вот, сверху? Да. Бля, я не помню. Надо посмотреть. То, что дотки, это отдельно, ну, это Plate Buffs называется. Да, но бля, с ним он нагружает очень хорошо. Все, забирай. Захитили. Не, на хп бар. Я пойду сдохну. Полоску ты там, хпшную. А то, что она такая вот? Да, типа проценты, это все показывает. А, так проценты это в настройках ставишь. Так нет, именно вот эта вот квадратная полосочка, это красная. Mm-hmm. Она стандартная стоит просто. Так поставь себе Tidy Plates. Я вот Tidy Plates. Я название. Tidy Plates. Ага, Tidy Plates. Да. Ты когда будешь вот, делать, ЦП-шку вот так вот ставишь? ЦП-шку? Это круто, нахуй, да? Это круто. Это классно. А сделал сальтуху, Глеб? Спасибо. Слушайте, а трансмог же на весь аккаунт шарится или только... Да. О, пиздец, тогда нужен даггер. Блять, а ты где, в какой пати? Вот. Ну, если ты его оденешь, тогда да. Ну да, если ты можешь его носить. Это кто будет делать квест, да. Нахуй? У вас слог есть? Да. Есть, там 4 слота, сейчас 5-й свободен. Давай. Квест на ключ кто будет делать, нахуй? Я буду делать. Тебя нету, нахуй, в рейде, блядь. Я надо бандеру делать. Ну, тем более. Блять, скидывай весь остальной. Он как живой, ну сука, не живой. Илюжа на обмен сейчас кинешь. Сейчас мне. Так. Как кто будет, сука, квест делать? Алло. Есть кто-то? А ты что, хочешь сейчас его делать, что ли? Давай, он... Да сейчас никто не будет надо делать, блядь, Ладно, нахуй, пускай Бусси остается. Дай Балнеру. Балнеру дай. Бал, нахуй. Дай Балнеру. Как сумку даешь просто кинь Балнеру. IQ, 300 IQ дает он, нахуй. Надо кому-то? Слава, размутай. Дайте Балнеру. Ну, дай да заебал, я видишь, лут раздаю. Чем я тебе 10 руки, нахуй? Витю, размутай. Нет, а тебя замутать, да? Срочно. Хорошо, нахуй. А хули ты не в рейде, блядь? Заходи в рейд. Да, блядь, я ему не могу. Хули я. Давай заходи, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили. На, нахуй. Это не я, если что. Какой у тебя вопрос? Я тебя размутал, блядь, давай, блядь. А потому что ты, наверное, отвечал каким-то додиком, нахуй. Которые там, типа, Танатоса там сидели, пиздели без остановки. Вот я вас и замутал, нахуй. В целка сидел.
ЦЛК сидел, тишину слушал, ебать, я такого никогда не испытывал, нахуй. Дайте фул ребаф, ты, блядь, мутких. Все, ну, так, а, ну, а кто отвечает, тоже, блядь, так-то, нахуй. Представь, если бы мне каждая крыса, блядь, сидела бы и отвечала, блядь, ну, на мой пиздеж. Это ты бы не только одного меня слушал, а слушал бы балаган, блядь, я заебался просто слушать, вот и все. Рыба, короче, кому надо. Так, блядь, вот... Там нету в гостинке никого, алё. Еще бы Дикона. Да похуй нету, а чё, кому надо? Дис или чё? Там прииск зашел вот этот, но этот пух. А. Хую, пошли, короче. В гостинке прииск появился. Ну чё, перекинем. Я бы мог перекинуть, если были бы права, конечно. Что я сделал? Тебе дашь права, ты себя размутывать будешь, нахуй. Я знаю, нахуй. А хули еще делать с этими правами? Не размутывать себя, блядь. Пиздец. Запрещать либо. Вот сейчас рука это людей возьмет, нахуй. Алло, нахуй. Сейчас я нее, блядь, звезду поставлю, блядь, то не в курсе. Подбейте ее, нахуй. Ебаните звезду. Все, дальше по туловищу. На 40% уже можно ОЕшить. Ну уже ОЕшьте. Фул ОЕ просто и в руки, и все, во все, что хочете. Звезду больше дайте. Все, в звезду теперь свечите, звезду до конца, и тут руку тоже до конца. И все, и там босс умрет. Баганы, блядь, ДБМ, нахуй. Все, слава, ну, это сколько получается? 4, 5, 6. За 6 боссов ЕПшку кинь, напало, я пошел. Не, ну из 2 ЕП это кринж, конечно, блядь. Это чё за беспредел? Я тебе там накинул, блядь. Шмотаны. Ваньки. Да, можешь мне кидать. Ну ладно. Или мне можешь кидать. Я Хэлла сейчас 3 шмотки эти закинул. Где там баба? А, она приходит, нахуй. Ну-ка, успею, нет? Иди сюда. Прячьтесь куда-нибудь. Короче, перед их лицом... Да, перед их лицом нельзя стоять, вот когда они вот это кастуют, нахуй. Они могут шотнуть вас, нахуй. Я говорю, ты мне направо закинь. А тебе... Блин, да это, ёбаный в рот, я не могу... Вот, сейчас она рейд разъебёт. Не срывайте. Подбейте другого. Да, блять, у меня не 10 рук, я танчу, видишь? Там есть танки. Нету. Я почему-то хэлла дал, стой, блядь. Пойдёт. Что за беспредел? Бля, разройте даггеры, заебали. 300 ЕП напало. Я тебе 200 уже давал. Ты дал, блядь, на друида. Алло, он не связанный, тебе уже 30 раз. Да, он связанный, Костя. Хуёво, когда не связанный. Типа игнорят, блядь. Бывает. Ладно, давай. Удачи. Давай. Удачи. Давай. А кто там? А кто не у кого сейчас не связаны? Есть кто-то, нет? Я, у меня вар не связан. У меня приз не связан. Аккуратно с обходим. Да, у меня паладин не связан. Слева сугроб, не ходим по нему. Сугроб. Как это получается? Я даже вижу. Транквили и кому еще? И Мордан. Лизавета, да? Не связана, да. Это Юля. Это Вилаша. Транквила, Мордан. И Вилаша. Ибо было бы прикольно, если бы сейчас Кусака трапу активировал. Да, я вижу, он там бегает, блядь, туда-сюда. Кусака этот. Витя, слышишь, угомони своего пизденыша, блядь. Он вообще ебанулся, смотри, нахуй. Ну, он тебе скоро кипнет, нахуй, если что. Нихуя. Ты... Ты нахуя его такой хуйней кормишь, он тебе гиперактивный такой, блядь. Заходи, ебаная, в игру, блядь.
Кстати, ведь у меня еще мясо есть там. Мне приправа лучше, да, нах? Приправа. Пивная. Слышь, у меня хавка у Пета 200 голды стоит каждая на час. Это пиздец. Я ебал эти рейды ходить нахуй. Себя на машину. Обходим справа. Так он не активируется. Активируется, к сожалению. Расскажешь, блядь. Иди давай, иди за, иди за весь, проверь. Это кто? Лусмоч какой-то, блядь, кто это? Хорош. Yes. Не активируется, говорит. О, хорош. Гомосек, говорит. Он уже спирился. Гомосек. О, по всем побегали, ебать. Деда, встречай нахуй, не беги вперед. Я встречай, тут жду, деда, нахуй. Там тебе подарок. На гриле пускай бьют. На туре, блядь, мы тут шкаф ставим, нахуй. Я гомосека сумоли, нахуй. Блядь, бой, нахуй. Сака затанчит. Там смотри, Войт. Чекай просто. Что это? Армия. Ну подведи сюда, кто там стоит, нахуй. Че, дрочите, что ли? Ну да, и чё? Ну а то, блядь. Гомосека сумоли. Так. Может, ну его, а? Тыкните. Выхода нет. Все нормально. А. Он же тут. Ты зайдешь, Катрисия, ёбаный спокос, нахуй. Пошёл на меня КД. Ну, блядь, на... Это, кого там? Блядь. На ёбаного ДК, нахуй. Или что там, блядь, у тебя? Ты ёбаная всё, блядь. Сам ты ёбаный, понял, нахуй? Мне интернета не хватает, чтобы скачивать. Слышь, Катрисия. Катрисия, слышь, можешь это на воде посидеть. На воде? Да. На воде? Чё, на воде? Мы идем дальше? Да, на воде, воде. Мидарк, убери ебаные вопросики. Открывай. Так. Ну, короче, сначала вспышки убьете, а потом босса, нахуй. Пошли, ебаный рот. Башим. Ебаный покос, нахуй. Постоянно прыгаем, бегаем, как на собаке. У меня висит, нахуй. Хуёво, когда висит. Надо её серьезно не висит. Пошел бы, но в каре застрял. Нормально. Мы тебе и говорим, блядь, хуёво. Вон грозовая туча, словите ее, блядь. Сбегитесь, вот челик пишет, да мне грозовая туча, все проебали, да. Столб света вот поставили, там урон, это скорость катавичь. Сюда вставайте и кастуйте. Ты поставьте его. Сейчас я подставлю его. Вот грозовая на танке туча, нахуй. Сбегитесь ко мне. Вон еще столб, сейчас я между ними поставлю, будьте просто, блядь, ровно нахуй. Бля, как хухмастер сдыхает, пиздец. А, ну срывает. Я... Да, в смысле, на локе он срывает, да ну нафиг. А, не знаю. На дестрике спокойно может рвать. Да не было его в агролисте вообще. Ну, значит, слакает. Еще и ровист. Может, просто не двигался. Агранс только нету, просто. Вот с этого частенько тоже падает осколок. Ну, я давно не видел. Трескучий мороз, я понял, блядь, до связи. Набил ему лицо. Закидывай, все разрулим. История. Да я видел уже, что там инстаков было до хрена у него. Блядь, коня следующего по сифею можешь отдать? Нихуя себе. Ну она девочка, и она хочет коня. И чё? Я тоже коня хочу. Ты не девочка, блядь. А, вот так, да, блядь? Охуенно у тебя. Это, прячемся, прячемся. Быстро за лестницу забегаем. Вниз, ладно, похуй. Стойте там, нахуй, на лестнице. Сейчас я начну бой. Короче, это... Ребята, я считаю, что украинцам надо дать коня, потому что... А я считаю, нет. Всё, этот... Аёшку прожал. Фу, лауе, давайте. Так, отдай босса. Да пускай забирает мне это попу. Ауе, дайте. Все, теперь просто босса пьем. А я не хочу коляску, я хочу коня. Надо попросить этих... Бля, что у тебя с игру, блять? Да пускай забирает коня, я после нее возьму. Защику ты возьмешь. Смотрите, если я решил коня давать, и вы не берете, то я, блядь, могу, ну, через несколько раз только дать.
Давай, я заберу коня. Да, Гоша. Ну, я как вариант, не, я не против хоть кому дать, но... Так нет. Вот, Пасифея вот вступила в гильдию и играет. Вот, прям. Пасифея, ты же хочешь коня, да? Бля, ебать тебя логика нахуй охуенная, блядь. А мы вот не играем. А я такой, а мы такие... Не, просто разные люди бывают. Не, ну кто-то прям сильно хочет, там, Пахант хотел. Купи коня. Я тоже хочу коня. Кто хотел? Ты еще мглистый алмаз даже не апнул. Ну, все будет. Да пускай забирает. Ну, типа, Гоша, ты хочешь коня? Я хочу. Я больше мглистый, коня хочу. Вот это, каст. Там Гошан, как бы, ну я бы Гошан. Я бы от стаканчика чая бы не отказался. С молочком. Жили мы ровно, нахуй. На, и скоро сколок, нахуй. Охуеть. ГЦ войт. Слава, получается, соберешь, получается. Так это сейчас все получается? Ну, сейчас 27, смотри, 3 осталось. Если, вот смотри, 2 выпадает в этом, как он называется, вот 2 стопудово уже в этом месте выпадает, на следующем КД остается 1, и это, получается, надо сначала галлоны разъебать, потом на йогу уже можно делать, то есть завтра будет волонер. Вань, ты уже отдал чест, да? Да сейчас еще один выпадет, расслабься, сейчас волонер соберешь. Нет, ты здесь сидеть не могу. Насчет пожарника я скажу, это надо, чтобы все стопудово знали. Я не уверен, что этот рейд сделает. Мне хуй захуй. Ой, дай систа еще. Рома, помнишь, ты вчера про 4 осколка говорил, что ты чувствуешь, что выпадет 4 осколка? Ну, я даже не знал, что я пойду в льду. Просто мне ровист пишет, говорит, заебало, это хуйня, давайте, блядь. Ему тоже охота волонер быстрее. Да я понимаю, ну типа чё. Я, у меня сделали, просто апатия какая-то наступила. Не, я не против. Ой, это не тот. Да, у нас еще и осколки нашли. Не про 4. Заханочка. Кого дагер? Заебали. А, ты про 5 говорил? Я опять говорил, что дагер, наверное, хули дринка остался. Не срывайте вот этих мобов, они пошатают рейд, нахуй. Блять, я, сука, раз 10 говорил. Можно не срывать мобов, нахуй? Отвернитесь, уйдите, нахуй. Дайте, блять, игру наберу. Вы не понимаете, это специально так это он. Сверху. Я второго флоу залейте, пожалуйста. У кого я больше хп? У кого больше хп? Сейчас тел ебалость основает. Оп. Сюда. Сима. Чиназ. Слава, пусти в комнату, пожалуйста. Нету его здесь. Ладно. Надо сейчас подумать насчет. Приоритет я даю по успеху, кто может их надеть в контрансмок. Ебой. Че за хуйня нахуй? Я одену. Даже 20 ка с ними выдам. А, у меня, блять. Дагер давай на разрыв, Ванька. У меня нет дагера. А у кого дагер? У Кости, наверное. Он себе хотел просто дагер. Ну, ретрит. На плеч. Я бегу за тебя. Амблнет. Ну, он 66. Чё-то слышишь, я как-то в Хогвартс этот поиграл, у меня, блядь, желание пропало, нахуй. Такая была ваша. Она скучная. Скучная вообще, ебатория, блядь. Конечно, Оверхайм. Ну, я типа это понял сразу. Не, я так-то ничего вроде бы приятненько нарисую. Не, это реально для детей игра, нахуй. Ну, никак, нахуй. Не затягивает никак, полная забота. Это чисто фан-сервис ради фан-сервиса, вот и все. Ну, дичь ебаная. Чисто в детство окунуться так. Only фан-сервис лучше бы был, блядь. Я вон, блядь, Warcraft 3 и Reforged включил. Так, стойте, не агрите ничего. Reforged ты включил? Да. Ты что, пьяный? Ну а что, ты хочешь, чтобы я оригинал играл? Две пары запах сразу. Не знаю, я не вывезу там графика хуёво. Этот, смотрите, давайте сейчас... На распыл ролите запах. Юля тут? Юля? Ты, короче, будешь у нас контрольщиком. Тут нет? Где она там? А тебе какие нужны? Ник какой добавить, Мэтфокс, блядь, ёбаный рот. Кто это вообще, блядь? Юля, короче, да, бери вот его в контроль, мы сейчас убьем мобов, я поставлю сейф-зоны метки вам. И кто где стоит примерно. Вот бери его, мейн контроль. Все, пошли вот этих убьем. Ну вот эти. Так, Равис, да, трейдай. Я одним западал прямо от шамана. Так.
Капитана, не бить, не бить, не бить, не бить, еще раз возьми, не бить его, не бить. Не бить его. Еще раз возьми его. Вот. Сейчас я сейф зоны поставлю. Подождите с комнаты, нахуй. Ну вы че, блядь, Супермен вам, блядь. Еще раз. МК ему. Надо поставить метки, чтобы люди не сдохли сразу. Так, вот. Юля, смотри, тебе метка звезда. Вот именно. Давай даже, может. Подожди, не ровно. Не бейте его, блядь. Ну а дипыч тебе, блядь, ёб твою мать, жестко. Вот тут, значит, звезда, вот тут сейф-зона, тебя молнии не будут задевать. Отсюда ты возьмешь завоевателя Ульдуара одного, в который будешь уже держать его. Появится, не появится, не знаю. Вон, нахуй. Пошли. А зачем он нужен вообще, что я не могу? В Ульду, нахуй. Так, это раз сейф-зона. Здесь будет стоять Лизавета с контролем. И, так, и давай, кто там еще будет стоять? Там будет стоять Бидон. А где стол? И кто с Хэпалов самый нормальный? Я. Хэпал нахуй? XDDD, блядь. Так, Бидон и Балнор, вы в звезде будете стоять. А так, а для остальных, сейчас я скажу, кто будет тут стоять. Да я в комнату хотел вообще-то. Подожди, тихо, сейчас я скажу. Он сейчас расставляет на арене. В кружке в сейф-зоне будут стоять Джейден и этот приз Хуй прочитаешь, Дискордиана, ты тут? Приз. Черкани что-нибудь. Кто на шмотки раздает? История. Этот самый Дискордиана, слышишь, когда Торим спустится уже, когда сверху спрыгнет, ты вот тут будешь стоять. Просто стоишь и считаешь рейтом, пока ты же десяшник вроде. Вот, и там с тобой будет стоять, значит, Джадян. И так, как у нас сколько? 5 хилов, да? Бритон вылет и в ком. И в сове. И давай, кто там самый ДД, самый мощный из РДДшников? Хэлла, ты там будешь стоять, чтоб ты точно не сдох. В кружке? Вот, да, в кружке сейф-зона. Три тела, значит, три тут везде. Остальные, значит, смотри, кто там, я танк. Значит, босс примерно, сейчас я поставлю для себя метку. Вот босс в ромбике. Соответственно, я на глаз ставлю, милики, соответственно. Это я сейчас поставлю на глаз. То есть, не обессудьте там. Допустим, вот треугольник и, допустим, вот этот, луна, нахуй. Не знаю, есть там, блин, 12, нет. Ну, примерно. Давай, значит, сразу милики определимся. Давай, история. Кто там самый сильный? Тутилар. И давай, урге. Вы в треугольнике. Но смотрите, стойте так, чтобы вы не нарушали 12 метров с ромбиком, с танком. Со мной. И с луной. В луне будет стоять кто там оставшиеся милики? Призан. Чириния. Слышишь, да, Пал? И кто еще какой-то один милик любой? Катала ты в Дисе, нет? Нету, наверное, милика. Или. Он не в Дисе, наверное. Сколько у него там? 62-й? Так. На Ториме в луне стоишь. Вот. А можно еще раз, где я стою? Ты мне по спине стоять. Ты в треугольнике. Там спина босса. В ромбике танк стоит. Все остальные рейндж набирайте. Но не стойте пачками, стойте по 2 человека, по 3. Но по 4 не стойте, потому что цепуха пошотает вас. Вот. В принципе, мы тогда били нормально, никто не вздыхал вообще. Кто диспелит? Чё диспелит? МК диспелит. МК не диспелится, просто оно уходит этот, в резист, либо быстро спадает. Так, значит, смотрите. На арене очень миликов мало, короче. Этот, команду Тутилар тут кого бить? Тут танка у вас не будет. У вас тут вот Вар, ты и Ретрик. Смотрите, не сдохните. Апофея тоже тут остается. Со мной идут, значит, кто там хочет спала в Холипал какой? Балнор хочет? Да. Иди, только не сдохни, нахуй. Сдохну. Если на тебя мобы пойдут, бабл жми. И по теперь танк. РДДшники, значит. Да. Равист, Хэлла пойдешь. Этот, Мидарк, МВП Хант. И кто еще там, блядь. Кто там наш? Заломаныч пойдешь. Иллюзион в Дисе. Надо было ДКшника брать. Иллюзион в Дисе. Иллюзион в Дисе, нихуя. А, вот. Мифик.
пойдешь тоже в комнату. Можете сразу вот тут возле звезды стать, готовьте заходить. Я вам скажу одно, блядь. Мобы кидают опрокидывание, и я 3 секунды лежу на полу. Не сорвите мобов. И в первую очередь убивайте центрального моба приверженца, или как он там, послушник, какой-то пидор там, короче, который кастует хуйню. Вот его в первую очередь зергайте, прям, чтобы он и косты ему сбивать, там, и лемы есть, вот хэлла там позбираешь. Вот. И нормально будет. Не спешите убить мобов. Главное, отойдите от огня. Отошли от огня, потом побили мобов. Вы видели, что я начал по ним там бурю давать, еще что-то там. Все, это, проверка. Расстановку понятно. Комнату надо быстро пройти, чтобы хэм был. И это. Катала тут. А сейчас мы только что скинули. Слава, зачем брать этого чувака, который, как там ты говоришь, полководец, да, или как он называется? Чего? Полководец. Зачем, нафига брать его в МК? Завоеватель. Завоеватель, чтобы он хосту рейду дал, блядь, вместо героя. Ну дохуя ДПС даст. Этот, ты смотри, ты будешь по водырём у РДДшников, не знаю, ну в огонь, сука, не попадать лучше. А, друид-инвалид, ты тоже с нами пришли. Звездопадик там прожмешь. Там они на арене не сдохнут. Все, вы убирай с контроля моба и бейте его. Все, бьем моба. Смотрите, завоеватель Дутилар появится. Сейчас тебе ассиста дам. Появится завоеватель, на него метку поставишь там, чтобы, короче, его люди не убили, нахуй. Угу. Завоевателя не бьем. Я понял. Так, бейте. Я там устан дал. Милики, все в центр. Встаньте. Налево, влево ушли. Налево, ага. В печеньку вот эту. На меня не смотрите, потому что мне станет иногда. Я поговорю, влево. Налево. Хорошо. Завоевателя не бьем. Право, влево. Ага, ну нормально. Завоеватели ёбнули. Тут следующий право, ждите. Право, право. Так, забрал. Ну все. Все, под жопу из ворот выйдите, все под жопу босса встаньте. В воротах не стойте, он чаржнется туда, заэвэдится. Алло. Блять, кто это нахуй? А, к мастеру ФМ напишите. Сука. Блять, как везет, что мы так быстро убиваем, нахуй. Завоевать или не бить? Угу. Да ебать, пиздец. Хорошо, когда ДПС большой. Ну, блять, конечно. Дохуя ошибок. Дохуя ошибок прощает, нахуй. Были бы на актуале, нас бы, блять, обоссали, я бы с ног до головы, нахуй. Дурим и не прощает. Люди обоссывают. Так, не забывайте, по стеночке тут идем, ловушку не попадите. Я завоевателя, аккуратнее. Законтрольте завоевателя. А, это не, нормально, все нормально, бьем. У нас уже есть один. Я жду, пока там крайние добегут и потом... Законтрольного завоевателя, что, может, сторону выводите? Спрыгивайте, помогайте, сразу расстановочку делайте и помогайте трэш добить, в первую очередь. Чё? Ой. Так, все, по боссу я стукнул пару раз. Сейчас в рог где-то стану. Пробудителя бьют же, нет? Да, бьют. Просто он меня бьет. Да ёбаная тварь, нахуй. Сейчас я его выровняю немножко. Быстрее. Че, вроде выровнял. Геру фулл ДПС. А, вот Гера есть. Фулл ДПС. Ну, кто сдох, тот сдох. По фея там под стенкой надо было находиться. Все, смотрите, значит, обратите внимание, вот кто в Диси слушает внимательно. Значит, из колонн в босса идет молния. Вот оттуда надо, от третьей комнаты отойти оттуда надо. Отойти надо. Вот. Ну, цепуха нахуй. Стрелку юзай, бей дальше. Ага, захильте призыв. Балнор нахуй, бомж, сука. Я тебя поставил в сейф-зону, ты сдох нахуй. Я ману резал, у меня 30. Пошел ты в жопу, было. Блядь, мана, блядь. Хабэ, ману. Пиздец. Хорошо, забей, когда залечу. Так, бидона не уроните. Ладно. Гимн этот прист, который. Давай, Мидарк, дай на ману. Похуй. У меня он куда?
Ну, прист дискордан, который с это, ебани на ману. Время будет там. Сейчас, короче, на следующем веере я дам, наверное, массакру. Дайте массакру хапал, который живой. Чисто так, для понту. Так, ну цепуха, ну и чё там, лям mm-hmm. остался, нормально. Еще массакру дал. Угу. Ой, а сегодня чувак получил. Хильте, хильте, ебаный, не оставляйте людей. Ну эта дура не исчезла еще. Сейчас он ее уебет. Уебал, нет? Да. И нас заодно. Нет, он сколько, сука. О. Ну мы тебя. Ох, блять, охотился раньше за ним. А сейчас нахуй не нужен. Но я готов помочь вам. Да было бы неплохо, но. А если сейчас с этих два осколка падает, то мы сегодня волонир делаем. Ну, нет? Типа да, блядь. Ну, да, Терес. Если с Алголона выпадет, как он называется. Есть у кого-то дживс, ребят? Хламик есть. Ставь. Найс, спасибо. Если упадет, получается, связок с Йоксарона. С Йоксарона да. Не надо, чтобы падал, надо, чтобы до Йоксарона, потому что на Йоге надо квест делать. Ну, если типа за это когда. Ну, это маловероятно, конечно. Ну, типа, кто знает. А там же вроде, типа, не больше плюс 3 надо делать всего. Да. Ну, плюс 4 нельзя, а вот плюс 3 можно уже. Плюс 4 это изи мод считается, плюс 3, плюс 2, плюс 1, плюс 0 хм считаются. Так, я пока... Мы если сейчас быстро закончим, мы целка обычку можем сделать? Ну, там что-то хотели же это, у нас же ала, этот, соляра не убита, а? Да, вот ну, я понял, 99. У нас и осколки не лутаны, как бы. Целка, я даже не знаю. Не, если соберется, типа, как бы похуй. Тут делов еще, не знаю, сколько вот Миберон в обычке, нахуй. Ну так надо не дрочить, а просто идти быстрее. Если да, ну если да, 40 минут, если там нормальные тела зайдут, сейчас вот заменят там, то не знаю, что делать. Чего, и тут надо два танка? Ты 25-ку обычку хочешь? Не один, окей. Она тогда я большого гриппость буду. Закрыть. Да, не понимаю. Я сейчас влечу туда. Гриппы. Ну где ну, грипп? Ну его из-за... Только надо оковы и катить его в следующий раз. Я понял, блядь. Такой грипнул, блядь, думал, чё. Вы, блядь, не выхилили. Да он убивает, он мощный очень. Чё, всё, погрипал? Да, Баунер, как всегда, блядь, не хилит. Да потому что меня не было с... Такой любовь, блядь, не дай бог, я сдохну, блядь, на карасе за тебя, блядь, я буду тебя чпырить, блядь. Из-за меня? А как ты можешь там, блядь, из-за меня сдохнуть? Если просто, просто сдохнет, а да, ему главное кого-то обвинить и все. Я понял. Он, блядь, говорил бы, а так, кто там пиздит меня еще, ну-ка скажи хоть слово. Это Мидарка голос был. Конечно. Вот так, черный список, еще два человека пополнилось. Ну вот, я вообще-то за него топил, а меня черный список кинули, я понял. Вообще пофигу. А Ковы и Кати, только зеленого не спуль большого. Всех ЧС без разбора. Нафиг. Это уже другой список. Осуждаю. Так. Сюда. Кулак поварам дайте. И ПДК кулак можно, и каску можно ПДК. ДК можешь только крест дать. Где там ХТГ? Где кулак? Ой, диспальте, блядь, диспальте, диспальте. Магию диспальте, она много бьет. И яд диспальте. Ты же можешь себя диспальте яд, ну что ж такое-то? Ну, я здесь. Маба, не трогайте, назад, куда вы? Больших деревьев не надо бить. Так, где там босс?
Где босс? Босс в луже. В луже. А, справа. Цветки давай. Большого зергайте. Баба, кстати, сейчас сюда пойдет, возможно. Смотрите. А, она вот возвращается. Ну давай вот эту пачку тогда и будем. А мы соляру будем закрывать? Если по онлайну, который сейчас, то... Ну, это трейд не закроет, наверное, если на нормальных персов зайти. Мы ее оставили. Мы ее не оставили, мы ее должны закрыть. Я бы ЦЛК 25 ходил бы. Мы сейчас просто разогреваемся. Ну, продлеваем КД на ОКО и завтра бьем соляру. Охуенная идея. Да. Ебать не... без робота, нахуй, я понял. Ебать ты просто вот, ну, блядь, гений, нахуй. Вообще все КД продлеваем, блядь. Джайну трайд пойдем. ЦЛК это, да, Коров закроем на пул. Неделю выходного хочете? Хорошая идея. Неделю выходного хотите. Блядь, что-то у меня окошко, нахуй, холодно сильно, сука, сейчас я прикрою, блядь. Кошка? А кошка что? Продлеваем кошка, КД для убийства. Какая кошка, блядь? Я говорю, Каро, будь куда кровью на фул хотя бы. Дед, когда Джайна будет? Ну, вот прям сейчас, что? Нахуй, после ульды. Завтра. Точно, нахуй, не пиздишь? Пизжу. И чё? Вы приглядите на неё все лайкаться 3 часа? Да. На кого? Я приду. Дед же вообще был в DC, оф. На все, Джанку? Нахуй. Я приду. Так что, блядь... Там приоритеты. Но он обычно в это время уходит. Приоритеты изменились. Да, на минут 15. Да, конечно. Может, вернется? В Дисе был, блядь. Я же видел. Я же когда зашел, видел. Когда печально. Нет, и шмотки валятся чьи-то. Кто срулил? Соберите. Или они на стол пойдут. Босса сейчас на не бейтесь. На форум пишем. Не знаю. Не бейте босса, не бейте босса. Тринка? Чьи шмотки валяются? История. А. Этот не срывай, слышишь, постой, покури, блять. Если ты сдохнешь, я ничего не поделаю, блять. Слышишь, что, блять, урги нахуй. Алло, блять, ты тут? Прием, блять, покури, уйди. Ну ты сдохнешь, хуй, мы дольше будем бить, мы можем не убить. Нару, блять, флудильщики ебучие, блять. С лучей выходите, раз, блять. Призван уже, блять. Ебанул маба. Лучше это, ну, нету столько агра нормального, напылов нету нихуя. Челики чилят. Ну ты мог в ретрик аспекнуться, я бы, может, больше бы оградал. А кто стоп, там два напыла. Три напыла. Они же не знают, нахуй, что делать тут, ты чё, блядь. Ты чё, нахуй, стань, это... нахуй, блядь. Чё, блядь. Ты чё там, блядь, выкуешь? Чего, блядь? Чё за наезды, нахуй? Тут больше не старые под грибы. Под грибы, ебаные. Ранат заметил. Да, вырос. Мэй, пиздец, кринж. Да иди в жопу, бля, я тут стою, нахуй. Вай, Димон, под грибы беги, да вот к нам беги под гриб. Че, ебанулись? Че вы делаете? Кто гриб плюс чай? Мои грибники. Плюс соль. Плюс чай, да. Курим, сушим. Призан, блядь, тебе сталки нету? Как часто ты грибы куришь? Видите, случай. Как часто ты гриб, да? Тайский? Мне кажется, вы много пиздите, надо вас мутануть нахуй. По делу, говорите. Так собирай деду волонерно. Ага, блядь. Да ебать, ну тоже, блядь, я понимаю, блядь, попиздили. Раз, два, блядь. Дар вообще, Мар, нахуй, вон, один ровист, может, увидите, в одного разъебать. Дар, можешь не нойсь. Заливайте, получать их. Лучше... Милики съебывайте. Это, лучше уйдите, милики, нахуй, да. Отходите, у них рейндж взрыва 15 метров, я вас не спасу, блядь. Имейте в виду, блядь.
Ну, массакру, да, быстрее добивайте. Спаси меня, дедушка. Могу только поебал да. А Глеб мудак ебаный. Ты я понял. Так решил? Нара, слева. Почему мудак-то? Нахуй ты ко мне моба подвел, если возле меня бьешь, блядь, чтоб он взорвался, не ёбнул? Это ты около. Да, один не ёбнет, он там тысяч 4-5, может, на месяц. Слова свои, брат, блядь, забери. Хотите покажу, кто же на трэше играть? О, лучше. Вот еще три волны такие. Блять, призн лежит, чилит. О, блядь, нихуя. Арвис, поднимай призна после этих. Блять, ну ты бич, зачем ты его ешешь? Постой, покури. Да, родите, убейте. Вот нахуй так играть, чтобы вас убивало шотула, блять. Илюха, ты на воде держишь, да, частицу? Да. Это я на Глеба переставил. Спасибо. Пожалуйста. Призан, ты где? Ты что, за дверьми встал, что ли? Нихуя. Смотри, он прибежал. Нормально. Читер. Он читер. Я понял. Дар вырос, дар. Изданить его. Так, мобы, не срывайте, подождите, дайте я немножко наберу. На пульте там, я хуй знает, три моба. Значит, хуй его. А лучше вышли, не знаю, выйди. Ну, я серьезно. Или нет? Ты ебал там? Грозового бить? Бидон, ставь тотем, Лизавета, читай на ману. Геру бьем. 25%. Ну, стаков. Да похуй, пускай волна выходит, уже выхода нет, там дерево будет. Дар, вон где-то. Вон сзади ёлка. Сзади ёлка, нахуй. Не поняла. Не, так, не, так глянь, у тебя попка хорошая такая. Ух. Что? А что пиздец? Ребят, под грибы и погнали. Нет, тебе не показалось. Излужите. Давай, дерево убиваем, потом босса добиваем. Ты че, пидор, мордан? Мысли. Я понял. То есть получается, Фрей женского рода. То есть получается, я заметил, что у Фрей прикольная попка, и такой, ты пидор? Понял. А, я... Ладно, я про Фрею говорил. Честно, как будто ты про... Сейчас под гриб пойду, блядь. Дар. Блядь, разбейте меня тут. Дар, РДДшники, ебаните быстрее, тот хилит гриб на фул, блядь. Не гриб, а... Все грибы пропали. Вот да, маленькие... Да, у тебя есть фейдон. В маленькие вставайте, в них... они пока растут, типа, в них можно... Да я бабл прожал, забей. Фейдон спасает от корней. Вот да я что-то забыл, с лучей выходим и ждем, скоро она говно будет искать. А, она сейчас сдохнет. Не будет. Не, ну Фрей так-то играет, нормально так это ее. Ладно, мне просто послышалось кое-что другое, я поэтому и спросил. Нет, я... Опа, я на Фрей тут. Можно кожевку ролл и... Кочеха не выиграл. Что-то у тебя я нет не алхимии, выиграл. Нахуй. У вас нет алхимии, какие-то, это, блядь, бичи. Бичи, да? Угу. Точек другой выиграл человек. Алхимики есть на ларь? Плюс есть. Алхимики. Пугов. Там... Этот прист, маг и паладин. У вас есть алхимия с пуговкой? Даже на этот самый... Там рецепт имеешь в виду, что ли? Маг, ты тут да. И прист. Да не рецепт, блядь. Я могу и ларь разрулить. Алхимии нет, чтобы тебе его отдать. А, понял. Угу. Так что я могу спиздить просто и все. Ну. В следующий раз с ломагом пойду. Если никто не присанул, пизди. Ладно, блядь, еще раз можно пишу. Можно тебя спиздить фласки на АП? Алкашные? А, я их продал, по-моему, на АОК выставил. Я понял. Че, в хэмке бьем? Нет, ты че, угораешь? Дай бог. Мы обрыгаемся, нахуй.
Ролдагер. Ощущение новое. Хотя бы. Надо нормально рейд свой, нахуй, без бить. Ну. Кстати, Слав, опа, откуда что? У тебя ключ на Алгалона? Ну, где-то есть там на каком-то втором персе. Ну, делал. Нет, откуда? Квест. Я делал, блядь, в актуале всю эту хуйню. Подихки рулить. Что, блядь, я прожженный тип. Я ульдуарщик. Прожженный тип. Один. Ты не ульдуарщик, ты задрот. Вообще, пиздец. Ты говоришь, не ульдуарщик, ты задрот. Если он выглядит за единицу, это будет рофл. Или рофл. Это самый низкий ролл, который я видел в игре. Так, логично. Так, что мы боссов убили, сколько нахуй? Всех. Стоит я когда кидал собрание и калагарн, да? Так, теперь считаем кошатница. Хадир, Торим, Фрея. 4. 200 ЕП, нахуй. Да, что ты ЕП это, блядь, кидаешь, априор. Не увеличивается нихуя. Как будто да. А где, блядь, здесь ЕП-то, нахуй, пятихатка всего лишь. Так, кто, у кого там не связанный перс? В смысле, вроде 800 же ЕП вроде должно быть. Нет. Ну пока-то пятихатка. У Вилаши сколько еще? А я тебе не накидывал по сифе? Тихо, бля, не пиздите. Я, по-моему, не накидывал тебе. А сколько всего должно быть? 100, 500 должно быть, да? Да. Так, вот по сифе я не накидывал, 2500. Так. Не 2500, а 500. 500 я накинул. А так, типа и 500 даёшь, кто нет, еще? Да, тихо, блядь. Кто еще там не связанный? Ну, у меня вар не связанный, но свяжешь чё? Просто нет, мне надо сейчас, чтобы накинуть. У меня приз не связанный. Ну, вот вар не связанный. Транквилла, Мордаунд. ДКшнику этому вообще не накидывал, да? Ну, ты мне вообще не кидал. Мордаунд. Кто еще, блядь? Ну, типа, побеспокойтесь. И Вилаша. И Вилаша. Вилаша я накинул. Вика сифилиса уложила. Все, ну типа, если кто-то забыл, я, бля, не знаю, блядь, будь потом по видео искать. Будьте доказывать свою невиновность. Осталось, по сути, что? Осталось этот... Четыре босса. Везекс это сотка, и за тех, по сути, 300 ИП осталось. Опа, бомбы пришли. А чё они пришли? Кто привёл, блядь? Заханыч привёл. Это я привёл. Дурак. Ладно. Ой, блядь, бичи, блядь. Это Заханыч, ГП ему. Минус 500 сделай. У нас тут челики, блядь, может в гильдию вступят. Вы такую хуйню делаете, нахуй, ёбаный урод. Пиво, блядь. Такого уже не вступит. Пиво, блядь. Их всё равно кикнут, похуй. Что тебе надо, Рома? А что за рога, ну, катала? Вы его уже в гильдию взяли? Он пришел. Прям со льды? Да. Угу. Прям ульги нашли? Так, все, пошли бить, короче. Мы в льду ходим на раскопки, выкапываем себе...